Тенге штрафа заплатили павлодарские энергетики за коммунальную аварию в городе. Технологический сбой произошел в середине ноября 2019-го. В областном департаменте комитета атомного энергетического надзора говорят, если бы нештатная ситуация продолжилась больше часа, часть жителей в Павлодаре могли остаться без тепла. Подробнее в экономическом блоке новостей. Аварийная ситуация возникла 12 ноября 2019-го. В разгар отопительного сезона прекратилась подача технической воды на две ТЭЦ в южную и северную части Павлодара. Она поступает при помощи насосов первого подъема, которые снабжаются электроэнергией от подстанции «Береговая». Было зафиксировано, подкачивающие насосные агрегаты отключились. В ходе проверок было установлено, что действительно со стороны ТО «Павлодар-канал», это является насосной станцией первого подъема, была прекращена подача технической воды на станцию ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Вследствие чего? Вследствие того, что было ошибочное действие персонала со стороны Павлодарской РЭК. То есть они по стороне 6 кВт было не сфазировано напряжение. Из-за этого отключился насосный агрегат водоканала. Об ошибочных действиях персонала ПРЭКа на электросетях подстанции «Береговая», которые привели к отключению насосов водоканала, в областном департаменте узнали от Управления энергетики и ЖКХ. Те отправили письмо для принятия мер. Хотя в первую очередь сообщить о технологическом нарушении обязан был ПРЭК, уточняют контролеры. Установили, техническая вода не подавалась на ТЭЦ с 13.55 до 14.40. По технологии в зимний период станция ТЭС работает без технической воды в течение часа. Если было больше часа остановлена техническая подача, то есть ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, пришлось бы останавливать котлоагрегаты. Это остановилась бы подача тепла в город Павлодар. Город подключен, да, на трем станциям. От ТЭЦ-2, от ТЭЦ-1, которые тепло получают, данные потребители остались без тепла, если было бы более часа. По результатам проверки ПРЭК привлекли к ответственности по двум статьям административного кодекса – за нарушение требований правил технической эксплуатации, а также за сокрытие технологических нарушений, так как в известность департамент не поставили. С выводами специалистов энергетики согласились и оплатили штраф в рамках сокращенного производства. Это 1,5 миллиона тенге. Ольга Шкрет, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». 26 миллиарда тенге выделено на развитие агропромышленного комплекса региона в этом году. 9,5 миллиардов из республиканского бюджета, 11 с лишним из местной казны. Для сравнения, в 2019-м на сферу сельского хозяйства было направлено 18 миллиардов. К концу года дополнительно области дали 5,7 миллиарда на инвестсубсидирование. В этом году мы первый раз за последние 2-3 года выделили деньги на науку. Совместно с наукой, то есть, как вы знаете, мы в прошлом году опытно посадили семена сахарной свеклы. В этом году мы прям хотим тоже площади увеличить и посадить уже большие площади в разных хозяйствах, посмотреть. И чтобы был хороший результат, мы выделили с местного бюджета деньги, 20 миллионов тенге, как раз таки на сопровождение, научное сопровождение этих посевов. В управлении сельского хозяйства говорят, в разы увеличилась поддержка из местного бюджета. К примеру, на субсидирование животноводства в областном бюджете предусмотрели 7,2 миллиарда тенге. Это почти в 1,5 раза выше уровня прошлого года. Больше направят на развитие семеноводства. Это порядка 900 миллионов. Ольга Шкрет, Валерий Павлов, телекомпания «Ирбис».